31 октября в нашем городе будет ясно. Температура воздуха утром минус 3, а днем ожидается плюс 1 градус Цельсия. Вечером столбик термометра окажется на отметке 1 градус ниже нуля. Ветер северно-восточный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление 749-751 миллиметр тумного столба. Народная примета гласит: туман, исчезающий после всхода солнца, предвещает хорошую погоду. А я передаю привет всем своим близким и тем, кто меня узнал. Застройщик ООО «Сальвия» предлагает комфортабельное жилье для молодых в микрорайоне «Радужный». Одноподъездные 10-этажные жилые дома, консьерж-сервис, отдельная комната для хранения колясок и санок, улучшенные грузовые и пассажирские лифты. «Сальвия». Подробности в отделе продаж. Улица Дорожная, 15А. Телефон 7027. 7027.